С самого утра во дворце детского и юношеского творчества имени Алексеева в Череповце огромные очереди из родителей. Все они пришли получить сертификат по системе персонифицированного дополнительного образования. Всего в этом году в Череповце таких сертификатов получат более 2500. Стояла я примерно 2 часа, так как приехала в 8 часов, заняла очередь и, в общем-то, вот только сейчас зашла. А определили куда? Маленькую школу на английский язык, там принимают вроде как сертификаты. Вот. Ну, конечно, дополнительное финансирование очень важно для молодых семей, это все-таки поддержка, так что я надеюсь, все получится. Я только талончик получил сертификат еще. Планетариум на биологию. Она интересуется этим, занимается, как бы ей нравится. Ну, для родителей, в принципе, 3000 в месяц оплаты там. Довольно-таки серьезная нагрузка. Материально имеется в виду. Тут возможность ездить. Сертификат – это бумага, за которой идут деньги. То есть сертификат дает возможность ребенку заниматься в кружках, чьи программы аттестованы региональным центром доп. Образования детей. Это 4 учреждения, которые муниципального уровня. Да, это Конториум, это Дворец детского творчества, Центр детского творчества и методического обеспечения и Центр дополнительного образования детей. Также у нас есть коммерческие структуры, куда вошли мастер-класс, маленькая школа, Череповецкий государственный университет, и сейчас еще добавляются у нас организации, которые также проходят аттестацию своих программ. Мы принимаем документы 4 дня, это с сегодняшнего дня по 24 число, и также будет выдача документов с 29 августа по 1 сентября. Это по просьбе родителей с прошлого года, потому что мы знаем, что не хватило в прошлом году именно выходного дня. На 11 часов утра мы уже у 300 человек уже успели принять заявление с копиями документов. В прошлом году по городу Череповцу было выдано 4550 сертификатов, однако 800 из них нам пришлось, так назвать, заморозить в связи с тем, что в течение 20 дней по постановлению мэрии города Череповца родители не воспользовались данным сертификатом. В этом году мы выдаем 2620 сертификатов и сразу же хотим уделить внимание такому вопросу, как договор с образовательным учреждением, родителям, да, на какую-либо секцию. Иначе, опять же, сертификат заморозится, и мы передадим его дальше по резервному списку тех родителей, которые не попадут вот в эту очередь в 2620 сертификатов. В данном проекте участвуют дети от 5 до 18 лет. Сертификат выдается единожды в возрасте от 5, вот как я уже сказала, до 18 лет. То есть каждый год его обновлять не нужно.